В Академии наук Республики Татарстан прошел форум «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». В Татарстане уделяется пристальное внимание развитию системы образования. При этом среди наших приоритетных задач последовательное повышение качества и уровня социально-гуманитарных знаний. Форум объединил в своей программе два знаковых мероприятия. Выездное совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и общества знания и третий съезд учителей истории и общества знания Республики Татарстан. Наше гуманитарное образование именно сейчас, как мне кажется, находится на пороге очень значимых изменений. Перед российским образованием поставлены очень большие задачи. Это глобальная конкурентоспособность российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. И вторая цель – это воспитание человека, гармонично развитой социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Мы вместе с вами, со всем учительским сообществом, а это 1,5 миллиона учителей, которые ежедневно входят в российские классы, мы как раз и направлены наши усилия на то, чтобы решить эти задачи. Организаторами форума выступили Казанский федеральный университет и Всероссийская ассоциация учителей истории и общества знаний при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Татарстан. Наш университет определил подготовку учителей и обеспечение их профессионального роста, а также научное осмысление этих процессов в качестве одного из своих основных приоритетов стратегического развития. Этому в немалой степени способствовало и достаточно большой ресурс, полученный нами в результате присоединения двух педагогических университетов, одного в Казани, одного в Елабуге. Созидательная работа всего университетского сообщества положительным образом сказалось на нашей репутации и узнаваемости, в том числе и на международной арене. В рамках форума поднимались вопросы, связанные с совершенствованием историко-культурного стандарта, дидактическими компонентами преподавания в школе и подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию в 2019 и 2020 году. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз.